Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии «За Германию в Sid Meier's Civilization 6» с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с нее. Все-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, ты тележку отдаешь, Invictus? Ну, пускай забирает тележку, ладно. Ну, просто ты же ее потерял, знаешь, нечестно. Все, тогда Саша забирает тележку, и по счету вы воюете, правильно? Я не буду ее трогать, пускай забирает. Окей, сейчас тогда считаю. Я даю вам счет. Готовы? Да. 3, 2, 1, атакуйте. Блин, уже не так походил, как было. Ну, тележку ты забрал? Нет. Почему? Потому что не забрал. Я ее не двигаю, может забрать. Да нечем ее забирать, я уже походил. Как же здесь нет мечник? Я не могу атаковать на холл. Ну что, Леша? В смысле, что? А у меня микрофон сверху. Союзиться будем? Союзиться. А ты уже в союзы вышел? Да. Блин, ну я хочу с кем-то одним союзиться. Либо с тобой, либо Алексей, с Инвиктусом. Алексей, я с тобой. Ты мне обещал. Австралиец, мы с тобой засоюзимся? Я пока думаю. Я, пожалуй, все-таки араб с поляком буду союзиться. Потому что ты, ну, у тебя развитие хорошее. В этом плане тебя еще бустить. У тебя же вон там союзная проститутка, как он себя называет, Рим. Ну ладно, я тебя запомню. Так ты же сам себя так назвал. Ну, было бы, как бы это сказать, мне было бы приятно, если бы лишний раз об этом не напоминали. Грустишь? Давенка, тебе я тоже. Я запомню. Тут, конечно, какое-нибудь Кавка, чудо а ты построю. Какой союз хочешь? Экономический? А подожди, а какой вы заключаете Погано, с Инвиктусом? Только рядом со столицей. А, Алексей. Только в клетках. Экономический или... Не знаю, он еще не вышел в союзы. Ну, у меня логика простая. Если Invictus со мной экономически не заключает, я заключаю только один союз с китайцем. Прости, папа. А с Индией что, никто не хочет дружить? Ты вармонгер. Я самый peaceful раз. Ага. Так, ну, самая ядерная раса, если кто понял. Рядом да. Колизей. Кавка, но я думаю, что если там Invictus экономически отдаст, я просто экономически заключил и был бы дружочками и пирожочками. Ты ж там коляски строишь. Ну, коляски всегда нужно строить, понимаешь? Я и катапульты строю, если что, чтобы потом как бы... Ну ты имей в виду, я пикинеров тоже строю. Ну, да. Не, так я не спрашиваю тебя, ну то есть, моя логика была простая. Если вдруг два человека воюют против Индии, я вписываюсь за Индию. Во-первых, я себе что-то могу получить. Во-вторых, как бы, ну, тяжелее индуса будет забирать вам. И если же ты... А если против поляка двое человек воюют? Ну, я думаю, может, даже трое может против поляка воевать, правильно? Че, ну да, тут как бы и трое могут. Могут. Кавка, ты что, Кавка? Я вообще мирно сижу с крадущимися тиграми. Просто, все угрозы со стороны остальных как-то. Я тебе послал. Я тебе послал жесть дружбы, Кавка. Принимай. Но ход бесконечный, помните. Что за жесть дружбы? Я не могу, у меня ход походит. Так, поселенец. Через два хода можно будет менять карточку на поселенцев.
до следующего года, Кавка, слышишь? Насчет? Так, слушайте, а мне как-то... Да-да-да. Я не смогу посчитать. Все равно в золотой век бы желательно. Я давайте посчитаю. На 3 минуты, короче, как 3 минуты будет, пойдем. Когда таймер 3 минуты или когда останется 3 минуты? Да, таймер 3 минуты. Да. Ну, останется 3 минуты на таймере. Араб, давай, то есть через минуту, да? Давай. Рим, это ты там канди пилишь потихоньку? Ну да. Верующих нету. Ребят выпиливаешь. Тебе их не нравится. У меня вера. Как раз сплошной челлендж. Банковское дело. Видит Бог, курили, не хотел. Военную инженерию открыли. И гильдию открыли. Бог, ты хоть религию-то основал. Но порой нужно принимать тяжелые решения. Да, основал. А ну как ты запались-то на таймер смотреть? Давай насчет. Подожди. Как вы там решили этот ходить? На таймере, да? По таймеру? Секундочку. Вот это вот все откроем. Пока так. Оружейная нужна. Так, здесь поселенец завершен. Что я могу еще? Ганзу? Ну да, когда вот 3 минуты будет, будем ходить. Может, библиотечку построить? Так уже 3 кстати. На нем. Ой, ну, вообще нет. Давай, нет, сейчас. Нет, насчет давай. Камер, давай, сейчас. Подожди, подожди, да, дай мне еще полминуты, подожди. Пусть он. Морально, что ли, подготовиться? О, кстати, а что у меня... Ага, есть у меня селитра. Тут еще нормально. Папа селитра уже не есть. Молодой человек, ему нужно время. А типа юнит апгрейдить это нормально. Ты с собой ничего не убил бы. Ну, все равно. Ну, папа любит на халяву чудеса света строить. Давай, считай. Раз, два. Папа может все что угодно. Инвиктуса в союзы ты вышел? Ну, два хода ж груси. Что-то это мутить. Варшаву. Еще Кавка. Ты сам союз заключил? Что-что? Что тебя сейчас по дипломатии, подожди, я тебе чтобы кину, посмотри, что с кем ты там дружишь, с кем нет. Блин, у тебя дружба с Инвиктусом, да? То есть Инвиктуса мы уже не попилим с тобой вместе, да? Блин, тут Рим, тут мог такую ромашку построить, а? Ну ладно, Кавка, давай дружить, так и быть. Ну ты же с ним мы это, ты же сам говорил, что мы с ним дружочки, пирожочки. Я как бы в эту стройную не настроен, я поэтому и предлагал, я поэтому Виктусу и предлагал как-то там... Вот видишь, какой нож в спину Инвиктус, вот заметь, обрати внимание. В смысле, я не хотел, чтобы Инвиктусу помогали, ну именно... Сейчас он отойдет, у него нет шансов здесь, никаких шансов нет. Я на тебя не нападаю, у меня там стоит мечник, просто стоит, он... Слушай, мечник на тебя пойдет, где 65-м ходу. Он просто стоит, ну типа, смотришь, что происходит вокруг, не более. На 65-м ходу дубинами эти ГГшки забирают, так что нормально. Давайте где-то здесь поставим. Я не знаю, на каких дубинах ты забираешь, у меня тут город под боком, он с мечниками. Я не про ваши там разборки, я про то, что на 65-м ходу можно дубинами ГГшки забирать. Не, ну чеченицу я не хочу, вот в этом городе была бы неплохая чеченица. Знаете, может, развлекательный комплекс поставлю. Где-нибудь вот тут. Будем и, считать, соответственно, этот, Колизей. Колизей, да? Можно поставить только на ровном участке рядом с развлекательным комплексом 10 арен. Да, давайте. Подожди, не живется. Раз.
два, три. Давайте подумаем. Ну, я бы, наверное, вот здесь поставил, чтобы можно было и Вахини Колизей построить. Я что хотел, то сделал. Разгорел мне один камень, хулиган. Ну, заставил юниты прооп. Да, только деньги-то мне дали. Так, давайте еще на армию смотреть. Кто союз хочет? Больше всех. Так, этого я, значит, хочу где-то. А тут вот сверху чей-то город. А, это все польские. Ну, мне тут надо ставить тоже. Так, а что, еще два хода. Тут странно. Как он выжил? Че? Так, вот этого, ну, то есть отсюда я поведу сюда, город поставлю, да. Еще вот этого надо куда-то определить. А героический век такой долгий. Может, сюда это еще? Отвести. О, встречены все цивилизации. Там еще Занзибар. Там из тебя здесь. А ты так говоришь, как будто у нас вот все. Я вот возле, кроме Занзибара, рядом ничего не... А, ты еще типа Вавилон, думаю, что вот из этого... Потому что 4 голд ГГшки на карте. Грустно, когда нашел только одну. Степ, улучшение у Индии вообще хорошо. Чё? Ну, эти улучшения, которые на клетке ставят. Ребята, оливки лишние на трейд есть. Ну, ты этими колодцами можешь быстро сделать... Да, я же говорю, хорошие. А, я знаю, что тут меньше стало. Я отправил караван не на производство, с едой. Они не отлично выжирают. Так, ну, похоже, надо куда-то сюда еще город везти, ставить еще один. Надо как-то продумать здесь. Дайте по-братски одну оливку. Бедному несчастному Риму. Кого ты накормишь одной оливкой-то? Весь Рим. Да. По-братски Риму оливку? Да. Ну, а собственно, а почему и нет? Почему и нет? Спасибо! Это тебе на закусь к вину. Спасибо. Так. Будем считать. Сюда тоже кучу поотправляли, да? А нет. Ну, теперь мне опять надо первого посла ставить. Да. Раз, два. Раз, два и убежал. Ну, наверное, стоит уже соседство центра коммерции, чтобы науку получать. Мне нравится. Удовенко! Чё? Ну что за жёванный крот? Опять я тебе мешаю? Да? Ну прости. Я пытаюсь пройти к норвежцу, понимаешь? Ну попроси проход, я тебе дам. Попросил. Так. Научные и торговые ГГшки все есть. Что у нас по культуре? Немцы боятся в этой игре.
72, 72. Ты меня только в этой игре боишься обычно? Почему раньше не боялся? Так, Норвег. Много у тебя науки и культуры. Алексей, какой ты хочешь? Ну, у тебя дружбу тоже немало. Я тебе там дружбу кинул. Я надеюсь, ты не забыл посреднические услуги. Так что насчет своей? Давай, наверное, культурную, Виктус. Ой, мама. Соседи китайские. Чё там с союзом? Австралиец. Ты скинул сделку. Я думаю. Нападать ли на меня коляска? Так, здесь поселенцы прошлым ходом завершены. Кампус Ганзу давайте. О, четверочка. Давайте мы тогда... Кавка, ну мне пока наша дружба... Строителя достроим. Построим тут. Так, здесь Колизей 5 ходов. Вполне устраивает. Беги, беги, Австралия. Ой, не могу на это сменить, блин. Еще придется клетку покупать. Строим тут кампус. Отличненько. О, еще не вырублено. И здесь не вырублены. Сначала эти джунгли, наверное, под Колизей хорошо вырубятся. Сейчас можем не считать. Ну, тут, кстати, индус с такими немаленькими силами идет на поляка. Хотя написано, что у поляка выше. А чё ты вообще без слонов своих? Они же там нехилый минус дают. Слоны не в мете. Не, ну одного-двух можно сделать. Да шучу, я шучу. Да хотя бы одного, хотя бы. Ну блин, мало. Ну ты прям Елена Степаненко, извините. Слонов убивать легко. Но зато на них концентрируются, во-первых, потому что их надо убивать. Они... Что они там дают вообще в минус? Сейчас я гляну. Минус цивилизация. Они дают минус 5 окружение. Да, минус 5. То есть слон идет впереди. Дает минус 5 всем соседям этим. А минус 5, по-моему, это неплохой бонус. Нет, Канди, нет. Рим. WhatsApp. Прими или отклони. Так, ну Колизей мне будет очень в тему, если я его построю. А что отклонить? Две очка культуры, заход и довольство всем городам в радиусе 6 клеток. То есть, смотрите, раз город, два город, три город, четыре город. 4. Ай, блин, да, Франкфурта не дотягивает. Ну, в принципе, неплохое это будет. Для четырех моих таких серьезных городов неплохой бонус. Блин, ну что, давайте пускай он плывет, наверное. Просто поплаваем тут. Араб, зачем тебе Антиохия? Для города, чтобы был. Давайте, наверное, повысим Рейну. Твою ж мать, а. Ты ж моя единственная ГГшка. Сколько тут сразу? 15 науки от центра коммерции. Как вам?
Рейну прокачали. Территории селиться просто кошмар. Так, ну этого, наверное, тут поставим. А, стоит ли кампус тут? Ну вообще стоит вот здесь. Ну давайте, наверное, рабочего сделаем. Смотрим по армии, что я тут 479, в принципе, эти между собой воюют, все остальные далеко позади. Если вдруг араб решит на меня после дружбы нападать, я думаю, что это будет тяжеловато ему тут делать. Рим не соперник, индус и поляк воюют между собой. У меня, по-моему, все очень неплохо. То есть, даже подумать на меня нападать, как мне кажется... Но ты на Антиохе будешь продолжать нападать? Ну да. Ну тогда я не приму. Я буду ее пытаться оборонять. Индус, go союз. Кто говорит? Китаец. Какой? Знаете, что, наверное, вырубим. Какой-нибудь. Здесь уже. Я вообще камень. Индус, могу с тобой замириться, если хочешь, через два хода, если желаешь. Давай. Чтобы бессмысленно не упариваться. Да я уже не строим войска почти. Блин, мне бы еще рурку. Ну что, миримся? Хорошо. Ну, давай, через заходим. Где у нас рурка? В индустриализации. Давай, Китай. А универы что я? Я ученого вообще как-то получу. Да, так я вот сейчас получу ученого. Докажу все эту клетку. Ок, отлично. Давай. Да еще и ученый неплохой. Торговец отличный мне идет. Принимай, нет, погнали, я не буду его добирать. Сейчас прямо не успел. Так, что у нас там по счету? Индус впереди. Мне бы вообще культуру прокачать немного. Может, если этот город открою, я смогу в него. Вот, в Люблин. Могу, давайте в Люблин отправим. Принимай. Ну, какие-то мир какой-то начался. Вы что, все, пришли мирно играть, что ли? Домики строить? Я не вижу никакого... Где трэш, угар, война? А, слушай, так я уже могу пересаживать. Давайте подумаем, куда. Там мы юнитов папали, пойдем тебя забирать. Кёльн, Франкфурт. Здорово, жду. Давайте, наверное, в Кёльн пересажу. Кёльн. Да. Галу, значит. Араб, не могу почему-то принять дружбу. Вижу, что висит предложение, но само предложение не открывает. Будем Рейну повышать. Предложение с одной. Хотя можно было бы и Амани прокачать. Да, работал. Пойдем тут камень вырубим.
Причем вырубим в Майнц. Потому что здесь у него будет кампус. Да, к сожалению, только плюс 2. Пойдемте сюда и слоников потом обработаем. Вообще, мне бы еще колясок поднастроить, честно говоря. Так, значит, Познань, Краков, Варшава, Гданьск, Люблин. Вот тут еще город надо увидеть. Давайте на Театральную площадь. Уже пора. Слушайте, а вот Темпла Майор-то мне, ну, например, в Майнце, тоже неплохо будет. И он же на все? Производится за каждую клетку озера в Империи. То есть и на это озеро тоже подействует. А тут еще плюс одно к довольству от развлечений за каждую клетку озера. То есть Майнц развлекуху получит выше крыши. Вообще у меня, честно говоря, с довольством... Смотрите, у меня плюс 6, я так... Я такого еще не видел, чтобы настолько много у меня было. Не, ну ничего сверхъестественного такого. Петра, да, я библиотеку. Библиотека, ну, в любом случае лучше, чем арбалет. Ускорение, когда кто-то другой берет ученых. Вот у меня как раз вот для Кёльна. Так, ну тут собираем рабочих, будем, когда Магнус усядется, будем там всякое вырубать все любое. Так, давайте думать. Твою мать, а я только сейчас увидел. Что, что, поделись с нами. Рим зачем-то с реки отошел. То есть он не на реке стоит? Ага. Ну, может, он типа думал баню быстренько построить? Не, может, просто на реке слишком легко было бы? Ну, вот тут, наверное, город, а потом еще там, да. Да ладно, еще и Индия с Польшей мир заключили. Че такого? Да ничего. Ну, просто получилось, что все повоевали без всякого, без всякой выгоды для себя. Так? Ну, я бы не сказал, что я слишком много подрался. Лучше сейчас потратиться, чем потом по таймингу получить. Блин, я сюда перевел коляски, а... Там-то... Так, сколько у меня вообще колясок? Надо больше, наверное, построить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.
Еще 4, наверное, надо построить. Нет, в защиту Рима все-таки могу сказать одно. У него хотя бы был один кампус и одна коммерция. Все-таки ну, неплохо. На каком? На 40-м ходу? Да, все-таки на что-то он своих луков содержал. Не все так плохо, не все потеряно еще. Так, я хоть ученого там получу. Да, должен получить. Так, надеюсь. Индус не собирается на меня. Блин, надо было с ним дружбу заключать. Алексей, это, конечно, сильно было. Я не слышу, что ты сейчас говорил. Я достраивал как раз через ход. Обидно, обидно, обидно очень. А что вы их строите? Вы рубите дерево. Я вот строю, потому что... Кинул Магнуса, поставил чудо, подрубил все, чудо построилось. У меня нечего было рубить. В производство и в индустриализацию. Так, хочу с индусом дружбу. Поляк, а если тебе вкинув в город на ту клетку, видишь зелененькая, и у тебя дружба? Что? Ну видишь, что там посел линзы ключи, там одна клетка, на которую можно упасть. Не, ребят, если мне сейчас каждая руинка будет по бесплатной технологии. Да, ну просто куда ты что-то ходишь. Я спрашиваю, я не тебя. Зачем ты там Я спрашиваю, я тебе шахту тут беру. Медь. Ну, она отберется, да? Ну, та, которая твоя клетка. Блин, новые. Дайте мне строителей. Она отберется или нет? По идее ж нет. Так, вообще надо... Ну почему нет? Торговую ведь республику взять. В одном ходе города сидят. Но он ее в любом случае сможет забрать. Я не могу это сделать. Ай, затупил опять в очередной раз. Так, давайте дипломатическую службу откроем. Я же не знаю, что строить. Строить нечего. Рядом с горами это вот сюда надо. Проекты читай. Они лучше армии добавлю. Там у араба 160 науки, просто чтобы знали. До свидания. А куда немцев делся? У него тоже было близко. Сейчас век закончится, и все. Да я думаю, останется. Я так понимаю, там просто просвещение. Хорошие города. А нет, просвещение это... вроде еще. Индусы там тебе предложение кинул. Калента, а как ты решил на цивилизацию перейти? Я не перешел. А-а-а. Не, сори. Надо, чтобы хоть какой-нибудь... Интрига, какая-нибудь интрига была в твою сторону игры? Интрига в мою сторону, значит. Ясненько. Я думал, ты расскажешь историю, как я тебе рассказывал, как классно играть в цивилизацию. И о том, как я тебя обманул, а ты? Ребята, если будем ходить не полный таймер, может быть, к утру закончим. О-о-о-о, Invictus закончил войну, и у него сразу началось, ребята, ходите полный таймер. Может, ты с кем-нибудь повоюешь тогда еще, Invictus? Я воюю, ты ж не... Посмотри, нажми на меня, ты увидишь, что я воюю. С кем? Я воюю. Ну, я нажал, мне нету, не написано никакой войны. У меня. Блин. Карточки не поставили. Вот у меня почему пропало это все, потому что у меня карточки они сейчас не приняты, типа. Плохо вы смотрите, ребят.
Я просто Карфаген как бы не нашел. Такая вот проблема небольшая у меня. Я не знаю, что он мне может с таким расположением сделать, прямо скажем. Так, к юнитам античности. Кавалерийских юнитов. Давайте содержание поставим, а тут новые строители, бонусы от соседства. Давайте бонусы промышленной зоны вот так сделаем. Все, 161. Вернулось. Так, сколько там у нас? 9 ходов, и мне не хватает 4 очка. Надо, наверное, какое-то чудо. Чтоб следить за парнем. Хотим открыть. А, ну у меня индустриализация и стоит, да? А что для ускорения индустриализации? 3 мастерских? Блин, а у меня, по-моему, только 2... Вообще, в принципе, 2 ганзы только, да? Раз ганза. Вообще, 1. Да ладно. Нет, были еще где-то ставил. Что за хрень? Надо ганзу ставить. Уже тачка стоит долго. Решаете? Ну, я, наверное, тут тогда поставлю. Все-таки какой-то бонус за соседство идет. Еще, так как плюс 3, то мне там... Это совсем уже нагло. Ну, ты как бы изобразил, что ты на меня нападать собираешься. Нападать можно только отсюда. Поэтому я хочу контролировать этот проход. Ну, объявлю войну и стану туда все равно. Как ты будешь его контролировать? А, буду убивать твои юниты. Интересно на это смотреть. Я ж предлагал дружбу. Были бы в дружбе, я бы ничего-то подобного не делал. Так, значит, надо колесниц поднастроить. 4 штуки еще. Пауза. Джордж, ну, ждем. Кофе вернулся, я готов крушить. Все, все готовы. Готовьтесь, готов. Подробности. Класс, я ничего не успел сделать за эти 8 секунд. У меня было 3. У меня 8. Интересно. Значит, ты на 5 секунд раньше загружаешься просто. Вот и все. Леша. Я всегда говорю людям, что сама надо на счет играть. А эти коляски, они куда? В гости? Нет, они стоят тут. Я жду твоих мамлюков. Для мамлюков не поздновато. Ну, не знаю, кого-нибудь там жду, уже воевал с норвежцем. Не, я думаю, что араб, скорее всего, пойдет норвежца добивать просто и все. Ну, учитывая, это что было там в Норвегии 33 науки.
Вероятный расклад. Я думаю, араб скорее на меня пойдет. Он подумает, что нехрен меня мучить дальше. Если ты поставил Гендельберг немножко неудачно, ох. Почему? Там видишь, где овцы, там вот я хотел поставить городок под речку. Под кампус, под город. Ну, уже, видишь, не успел. Немец уже пустил караваны дружбы. Все по плану. Кому свинка нужна? Блин, мне бы отсюда караван отправить. Не могу я купить какой-нибудь караван? О! Дорога, чтобы была. Так, чтобы за звуки не апгрейдится ли. Есть нефрит на обмен. А есть эти ГГшки эти промышленные? То я так не вижу. Я не находил. О, да тут поляк плотничком с австралийцем. Да. Видите, все со всех сторон подселили, я смотрю. В смысле, у меня край карты. Ну, то есть это вот этот город, который ты видишь, это три клетки от столицы. Ой, что ты только не выдумаешь, чтобы не признавать, что ты подселил Инвиктуса. Ну, ты скоро можешь увидеть мои территории, если будешь. Да, из всех, кого его подселил, это только индус Хайдарабад. Ну и там, по идее, сверху у него есть возможность побеселиться, в принципе. Подвабил. Ну что подселил? У меня было 6 клеток от столицы. Нормально там все было? Единственное город, что он поставил не в тему, это вот Хайдарабад. Вообще не в тему поставил. У меня тут у самого пустыни клеток 15. Да у тебя уж там небось один из городов Австралии, индус. Ну посмотри. Не, ну это в 5 клетках от его столицы, как бы, индус. И то, что там действительно 5 клеток, оно еще у меня съело 5 нефтортитового города. Еще съело у меня... Съело у меня... Ну, я его, конечно, отжал этим военным лагерем пряности. Ну, Индитус, у тебя есть шанс через 10 ходов, или сколько у вас там мир длится? Отомстить индусу, потому что он тут идет на меня нападать. Я думаю, что с двух сторон уже будет повеселее. Чего ты так уверен? У меня просто войска на прогулке. У них появилось свободное время. Они решили в отпуск ходить. Ну вот эти знаменитые прогулочные войска. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да. Всегда хотел посмотреть на Германию. Серьезно, мечниками идешь? Так я ж тебе говорю, я не иду. Просто прогуливаю. Мне просто обидно даже, что ты настолько, как бы, считаешь, что все просто будет. Неуважительно, прям. Да. Ты идешь нападать, но ты идешь нападать без уважения. А вдруг он хороший человек и просто идет, а? Реально, просто разведывает. Меня прям проседает, если я ничего не делаю, понимаешь? Просто люди стояли без дела. Решил пройти. Ну поприседай, я не знаю, поотжимайся. Зачем взять нападать? Че, потом отжимание, это ПМ, что ли? Не знаю, я не знаю, что такое ПМ. Что ты вот... Что ты потратил те несколько секунд, которые ты сэкономил на сокращении этих двух слов?
Это вообще-то английская аббревиатура. Так, и? Actions per minute. А, даже трех слов. Даже трех слов. Короче, ты, Леша, просто не киберспортсмен. Это киберспортивное слово. Да. Пора предложение. Так, пожалуй, индустриализацию ты, отложим. Ты город воткнуть. Не хочу я пока открывать. Ну, давай. Блин, не хочу я стример открывать. Аж 3 селитра. Да, я вижу. Но я бы хотел вообще вот ту, которая ближе ко мне, оставить себе, а то у меня ее... Нет, выкупишь ее, я не смогу поставить город, не надо. Еще раз. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какой ты хороший. А почему ты отказываешься, Ара? 1, 12, 13. Значит, еще просто 2. Раньше прилетел от... Да, я забрал у него хлопок. В одну и все. Нет, да, 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 да. Нет, у тебя. Что? Давай тогда вот так, Ара. Блин, шумят тут так. Что-то я еще хотел какую-то. А, Петр туда уже построил. Обидно. А, может мне Виктора, кстати, туда посадить? Это тебе карма. А вот, давайте военных лагерей. Просто войска в культурном походе. Даже не крестовым, просто культурным. Так. Теперь Виктора пересаживаем. Жаль, что клетку нельзя отжимать, типа. Войну объявил, отжал клетку. Нормально. Поляк может. Он не без войны может, он просто может. Нет, пиздел. Поляк тебе жаловаться, австралийцы, ты тоже как-то можешь. Нифига себе, даже не знал, что так можно. Тупо клетку отжал, которая не следующая к моему. Я, кстати, так и не понял, чем я отжимаю клетки, честно говоря. Каким районом, нет? Там у тебя район захват. Нет, какой-то не помню. Пастбищами, обычными пастбищами. Да? На скоте, на лошадях, на овцах. Интересно. Универ рядом с горой тоже что-то прокачивает, я помню. Да вот не знаю! Но что-то падает. Вот что-то падает. Вот не знаю почему, но вот падает, бля. Не ругайся. Нормально, слушай, ты да, же да, простите, да. У тебя уже все поднимается. Угу. В каком месте? Скоро Норвега будешь. Ребят, мы, конечно, здесь очень хорошо плотничком сидим, но я хочу вот обратить внимание, что 178 науки у араба и вне. Сейчас кончится золотой век, и будет поменьше, будет 140. Не намного меньше у него будет. Будет. У Королевского много... этих... Ну, в общем... Ну, у меня... Нет, так он говорит о том, что у меня будет поменьше, у араба не будет поменьше. Да, я как бы обратил внимание, понятно почему, что у Лёши провалится, потому что там очень много коммерции падает. Но у араба не провалится намного, у него провалится от силы на 20. Рим, когда у тебя будет союз вообще? 8 ходов. Да, настолько все тут плохо, да. Блин, а где-то мне все-таки взять 4 очка, что тут с великими людьми? Инженер. Так, здесь надо мастерскую. Это моя река Индус. И здесь надо мастерскую. Блин, араб, я все равно не могу принять от тебя дружбу. Я ее не вижу. Кинь ты ему. Так я не могу, в том-то и дело. Я ему кинь, кинул уже монетку. Потом кинь. Я типа последний тебе еще раз кидал. Во, теперь вижу. Опа, римлянин что-то сторожит. Это моя река Индус. Шкин, так я же мирный, ну. Пропусти. No way. У меня есть поторговать немножко перчики или там еще какая-то хрень.
Перчики и хрень. Открывай лавку такую, Нитус. Перчики и хрень, и продавай лекарства. Этот, перцовый хрен, да? Ну да. Алексей, у тебя алмазиков не будет или хлопка? Будет. Ну, алмаз есть, мне надо скоро его второй обработать. То есть два у меня, а хлопка не будет. Ну, давай, давай сейчас махнем с тобой на алмазик, потом это обработаем. Махнем. Не, сейчас еще, я не знаю, как его обработаю. Ну, тебе будет как бы ресурс на ресурс, ты не потеряешь, по счастью. А ты приобретешь, здорово. Ну, это же честный бизнес, нет? Виктор, где он честный, если ты приобретаешь, а я не приобретаю? Где он честный, Инвиктус? Ты так... Ну ты же не теряешь, Алексей. Говорит, честный бизнес, смотри. Жест дружбы, так сказать, ты ничего не потеряешь. А твой друг, твой напарник по игре, твой союзник приобретет. Это же плюс, нет? Виктор. Где-то подвох. У нас не этот... Я бы ему не верил. Не тимплей, Invictus, у вас кто-то один из нас выиграет. Мы просто пока друг дружке помогаем. Слово «пока» меня, конечно, не очень нравится. Да, сделка. Ну, в какой-то момент мы все-таки... Начнется вот это там. Ой, Халецкий улетает, давайте все на него. Там, давайте Invictus распилим, вот это. Мы с тобой пока друзья только потому, что мы оба с тобой в такой, в центральной ситуации, я бы это так назвал. Индус, я, если честно, не вижу, сколько ты просишь у меня. 4 фото. Окей. Так, я думаю, что... Просто не вижу, у меня дискордовские значки прям вот на этой своей. Собственно, мне тоже надо, то же самое надо сделать. А, Индус в рассрочку просит, да? А, то есть здесь в рассрочку модно. А не, кабанами так и... Рим, ты же не будешь против, если поселюсь? Нет, я буду против. Сколько ты можешь селиться? Я буду. Индус, хватит селиться. Как ты вообще будешь против, у тебя же ничего нет. Уже все завидуют. Я ухожусь. Да, Индус, если ты объявишь войну Риму, то я тоже тебе объявлю войну. Я не буду Риму объявлять войну, че? Он же... Вообще... Ну, не буду его оскорблять, ладно. Это не я эту партию начинал, так что... Ну, запомнят все тебя. Ага, 20 раз. Как человека, который пытался. Угу. Чё там, Индус не хотел слонов строить, да? Плохая затея, очень плохая. Блин, да как же мне тут... 5 ходов осталось, 4 очка. Ну, по одному с каких-нибудь... Вот великий человек, предположим. Кстати, Индия неплохая, мне нравится. Да, она очень классно растит города. Ты на СПЛ ее бахнули. Да, хорошо. Торговца может еще получить. Чудеса какие-нибудь быстрые возможны, вообще Тадж-Махал. Когда же закончится? Слушайте, за что там дают очки? 5 ходов. За рыцаря, наверное, не дают, да? Если ты мечника апал, то нет, а если не апал, то дадут. А за шпиона первого дают? Нет, насколько я знаю. Корабль, чудеса, редкие ресурсы. Великие люди, кстати, тоже дают. А за корабль за какой дают, кстати? За первый, который ты поставил. Да. Еще дают за эти, ну, с большим бонусом соседства районы. Да, правда. Блин. Ладно, давайте. Зачем тебе инвестиции в центр коммерции? Ты же мириться хотел, нет? Мы же помирились. Ну, без дружбы не мир. А за мушкетера там селитру что-нибудь такое дадут? Инвитус, да, не заключай с ним дружбу. Да, одно очко дадут. Надо два. Хватит павилон перекупать. Мне вот нужно 8, я пока вообще не пойму, как это сделать. Ну, по идее, корабль даст мне 4.
Ты... Чудо, еще 4, и я смогу. Но я что-то не верю, что его дострою, это чудо. Хоть я и порубил все, что мог. Ганза. Ну давайте вот здесь, на плюс 3. Что-то я не понял. У меня был, короче, ресурс под фермой. На... И теперь он исчез. Какой именно? Стратегический. Интересный глюк. Сейчас слева от Колизея на две клетки. Что за клетка 3 и 5? Да что? Слева от Колизея. Где там холм, я не знаю, что рудник 3-5. 3 еды 5. Это что? Да как? Пантеон! А слушайте, я вообще теперь не вижу эти ресурсы на карте нигде. Есть такая тема, нажми на настройки карты, у тебя походу выключилась просто штука на ресурсы. Прямо над картой, Map Options есть, слева от линзы. Просто их. Хотя, что я боюсь индуса? 88. Нашел английский. Да, он как он там может выйти вообще? Пауза? Куда-либо. Не-не-не. Блин, Канзи отвалился, боже. Совсем печаль. Все, хорошо, да-да-да, я понял. Так. 4 хода, 3 очка. Блин. Не, ну я могу сейчас вот апнуть в порох, это тоже мне даст очки. Че, больше денег нет дружбы? Столько. Тебе же выгоднее. Чем мне выгоднее? Ну подумай головой. Грубо прозвучало. Ну и он типа хочет на меня напасть, пока у тебя с ним дружба. Я буду тебе сказать так, что я не буду с тобой воевать, тести эту строй. Зачем мне с тобой заключать дружбу? Мне она ничего не дает. Понимаешь, никакого бонуса. Можно альянс заключить? Воевать с тобой я не буду. Так, Виктор в Регенсбурге. У нас тут на производство. Да. Влюблен. Я тебе через ход скажу, даст ли шпион очки. Насколько я помню, нет. Я тоже, по-моему, помню, что нет. Что? Там, по-моему, только супер шпион дает очки. Да, когда ты его уже прокачаешь, там падают очки. Индус, а чудо света есть там кого-нибудь рядом с тобой? Нет. Все пытаются выйти в золото, всеми сухими. Поляка чудес нет. Не, просто только два нашел и 100% еще дофига. За муска там есть одно. Там Леша все оккупировал, не пройдешь, не проедешь. Ну я по верхней части сейчас тут он прошел. Почему постоянно сразу Леша? Что Леша? Я просто вот только шел, и вот там вот клетка с этим, со скотом взяла, и я вот только подхожу, и она бах у тебя захватит. Там сверху есть проход, вон я сверху. Нет, ну я теперь прошел, сверху, нет, я теперь сверху, понятное дело, оббегаю просто это. Просто я шел, и вот буквально там на следующий ход бы перебежал, оно бах. Ну я понимаю. А теперь понимаю. Через этого лабиринт, через этот лабиринт выходить приходит. О, запретный город, давайте попробуем.
Скажите, он только тут строится. Не пойма, что Германия так переживает. Я живая, не умею мир на раз. Почему здесь так мало производства? Селка поставлю. Она... Ну отойди от моих границ и заключи со мной дружбу. Вот и все. Мне много не надо. Рим жалко. В смысле, Рим жалко? На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!